ребята, с вами Сэм на канале Мисс Ани. Сегодня мы едем на конюшню. Мой день в конюшне. Поехали! Всем привет, друзья! Ну подождите, мы сейчас все поздороваемся с вами, да? Все это мы, Мисс Ани. Я рулю, поэтому я разговаривать не очень могу. А я вся красненькая. Как какие-то мы красные вдвоем. Слушай, да, все время через фар. Эту... Ай, да, она светит. Короче, мы едем на тренировку, Мисс Ани. Да, я здесь. Мисс Ани сегодня боится очень. Волнуется, не так сказала, не боится, а волнуется, да, Саня? А у нас сегодня, видите, какая погода за окном страшная. Льет дождь, все моросит, и моросит, и льет, и льет, и льет, и льет, и льет. И уже темнеет. Да, и уже темнеет. А у нас, мисс Аня, что сегодня будет? Что за сюрприз? Скажи. Я уже сегодня буду одна скакать галопом. Поехали. Поехали. Ну что, все тогда, пока-пока. Ставьте, ставьте лайки. Хорошо, пока-пока. А давай немножко, может, вот так поснимаем? Нет, давай. Ну, понемножечку, вот так вот. Смотри, как классно будет. Вау. Давай. И посмотрим, куда мы едем. Вот это всегда наша дорога на конюшне. Тут далеко. Кстати, так не очень-то. 15 минут, но тут по таким, знаете, уголочкам каким-то надо ехать. И еще погодные условия, конечно, не очень такие. Ну что, встретимся в конюшнях, Саня, да? А вот как выглядит наша конюшня издалека. Вот сейчас еще не видно, не очень бьет дождь. Вот наша мама. Привет. Я сейчас оператор. Тут наши конюшни почти видны за деревьями, вот этими, вот деревьями. Та-да-да-дам! Вот наши конюшни. Я тебя, Саня, наверное, подвезу к самому... Нет, не надо, воду. Мы пойдем обувь. Ты посмотри, как льет прямо, ну как вот из ведра. Подожди, пока-пока, сейчас. Да, машина тренера, а мы вот сюда, наверное, с Аней встанем. Я только не знаю, мы не взяли зонтик. На раз, два, три побежим. На тебе еще надо захватить. Ну что, Саня, все, тогда сейчас пойдешь, окей, пошлите. Да? Саня, куда ты идешь? Ну давай попробуй. Надо тебе взять. К тренеру беги на второй этаж, спроси. Тут, наверное, какой-то другой ключ, Саня, должен быть. Вот с этим ключом войдешь и спроси, как войти. А я пока. Ну-ка, Саня сейчас пойдет вверх. Хорошая, как ты красиво заплетена вся. Вот смотри, у тебя косичка какая суперская. Ну, какая ты красивая. Какая ты красивая вся. Молодец. Давай я тебе говорю, ну не кусайся, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну у меня ничего нету, посмотри. Ну видишь, нету ничего, зайчик, нету. Ой, ой, как лежит ручки, господи. Да ты чё? Ой. Ну подожди, я сейчас тебе принесу вкусняшку. Сейчас. Сейчас. Саня, давай, посмотри. Иди, Саня, иди сюда, я покажу. Mm-hmm. Посмотри, как он руку мне лижет. Oh. Саня. Вот на это тебе комнатки. Спасибо. Сейчас мы пойдем в святую святых. Пойдем. Покажем вам. Не открывай. Она вот открыта была. Ах. Смотрите, сколько тут всего. Вау, Сани. А, как тут красиво. Сколько тут всякого добра. А там? Ой, смотри, осторожненько, дверь сейчас закроется.
Саня сейчас пойдет готовиться к тренировке. Он тебя лижет, слушай. Саня, он тебя лижет шею. Подержи. Ну, давай. Что это такое? Ну, давай, открой. Сезам, откройся. Смотри, он ищет, где у тебя вкусняшки в кармане. А это забирай. Нет, я же не надо. Да? Ну, давай. Подержи. Ну, давай. А, и ножки еще, да, надо вычистить, копытца? Да, мисс Аня, у тебя делов море. А у тебя есть там в кармане что-то? Вот не надо было ложить, я тебя хотела предупредить, потому что он делается очень не... Давай ты мне эти вкусные. Ему сейчас вот ему держи. Держи. Марки. Так ты ему сама я. Давай. Я боюсь так, потому что у меня руки заняты, Саня. Давай немножко походи ты по кругу с ним. Пусть походит, посмотрим, что тут будет. Сане надо почистить ему задние копытца. А Саня не знает как, потому что он чувствует, что у Сани в карманчике были вкусняшки. Но запах-то остался, они же очень сладко пахнут, Саня. Ну что, мисс Аня, тренировка уже в самом разгаре сил. Сейчас я вам покажу, как Саня тренируется, готовится к чем-то немножко. Мне кажется, что она сегодня будет пересаживаться на другую лошадь, если вы видите. Да? Да, вот как красиво мисс Аня себя сегодня показывает. Молодец. Молодец, Саня, молодчинка. Видите, как красиво скачет Саня. Вот поэтому. Ой, мы сегодня устали с мисс Саней так. У него сегодня два теста были в школе. Я вообще не представляю, как она еще тут. Ну-ка, тренер. Да, говорит, какие-то поправления, наверное. Да.
вот так вот, молодец, молодец. Вот так вот, вот, Саня, молодец, молодец. Ой-ой-ой, куда ты, дитё, запропастилась? Ну-ка, да. Вот, вот, как красиво скачет Миссани. Молодец. Очень хороший тренер нам попался. Мы очень рады, очень рады. Знаете, так переживали, что старый тренер ушел, а боялись, кого получим, а получили суперскую женщину. Девчонку, я даже не знаю, она очень молодо выглядит. Ну вот, и такие вот у нас тут идут тренировочки. Да. Ну вот пока так, потом буду еще что-то показывать. Пока так, да? Давайте. Что, Саня, как тренировка? Ой, тут мы нашли Саню, пошли, нашли еще, что тут есть и киска. Смотрите, она тут живет. Вау, какая красивая Саня. Кошечка. Какая красивая, она тут спит, ее тут домик, да? Вот смотри, тут у нее и блюдца, и все, ну вот, в конюшнях, слушай. Фу. Давай возьмем ее на ручки, Саня. Ой, какая красивая, Саня, кошечка. Ой, какая красивенькая, я не могу, у меня ручки полные. Фу. Ну, герой, хорошо, я уже по-литовски начала разговаривать. Давай тогда, Саня. Ставим лайки, подписывайтесь. Всем пока. Пока, 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 друзья, пока. Саня, он не упадет? Ну, давай идем тогда в комнату. Как лед сдулась? Я слышу. Тут окна еще открыты. Смотрите, все уже понемножку сейчас начнут, наверное, собираться спать идти. Ой. Мам, пошли. Ну все, тогда давайте.